С вами Смустайл Радио, женский клуб, и мы на красивейшем событии увидели красивейшую девушку. Как вас зовут? Елизавета. Елизавета, а фамилия, чтобы все наши подписчики узнали будущее, но я даже не буду ни с кем сравнивать, потому что несравнимая красота. Трофименко Елизавета. Вот, так что будем знакомы. Что вы тут делаете? Почему вы все еще в России? Я патриотка. Ну, на самом деле, я за пределы России и, в принципе, своего города никуда не выезжала. Вы откуда? Из Челябинска. Из Челябинска? Да. Люблю этот город. И Челябинск, и Магнитка, привет. Скажите, как вы оказались именно на этом показе? Ваш дизайнер тоже из Челябинска? Да, мой дизайнер тоже из Челябинска. А на следующий год будете заявляться? Ну, я не знаю. Не знаю. Я сейчас переехала в Москву. Пока живу там, поэтому ищите меня там. Все понятно. Ну, как ощущения от показа вообще? Все хорошо. Все хорошо? Да. Давно хотела. Давно, но еще будет много. Много-много. Да, удачи тебе. Спасибо большое. Я сразу на ты. Сейчас будем искать тебя ВКонтакте, а вы следите за нами.